Итак, команда сахара готовы. Команда сахара свернулись. А, вот считает. Команда сахара, слушайте. Сейчас в ящике то, что у вас всегда. А, то, что у вас никогда не было и, может быть, никогда не будет. Но если он у вас будет, то с ними вы получаете, почувствуете себя настоящим учеником школы. В холодные зимние вечера вы будете доставать этот предмет, и с каждым разом на душе у вас будет становиться все теплее и теплее, пока не станет совсем горячо. Одного кусочка того, что сейчас лежит в ящике, будет мало. А больше не дают, потому что дефицит. Это нужно всем, так как помогает при кариесе, ушибах, растяжении и переломах. Поворачивается команда сахара, задает наводящие вопросы зрителям. Это из бумаги? Нет. Это подорожка? Нет. Фотография директора? Нет. Это из еды, что ли? Вода есть, но не из еды, да? Это чай? Это нужно всем, так как помогает при кариесе. Зубная паста? Щетка? Стоматолог. Ты стоматолога есть будешь? Пластик? Нет. Итак, внимание, покажите, пожалуйста, предмет. Это? Нет. Вы можете ей любоваться издали, тайно мечтать о ней. Иногда очень-очень редко вам попадает шанс прикоснуться к этой вещи. Можно повернуться к зрителям? Все понятно, это журнал.
тебя прославлено.